Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня, как всегда, Олег Кофе. Сегодня мы с вами станем свидетелями поистину исторического момента для такой игрушки, как Fortnite. Ведь именно сегодня, именно в этот день, мы с вами попрощаемся со второй главой, которая подарила нам столько эмоций и столько приятных воспоминаний. И поприветствуем новую третью главу. Я не наткнулся еще ни на один спойлер, поэтому я без понятия, что нас сегодня будет ждать. Но я уверен на 100%, что для нас приготовили что-то безумно интересное. До начала ивента остается буквально 5 минут, я прям в большом предвкушении. У меня уже мурашки по коже идут, поэтому, ребята, усаживайтесь поудобнее. Желаю всем приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудьте поставить лайк, а конечно же подписаться на канал. Ну а мы начинаем, погнали! Короче, ребят, сижу уже, монтирую ролик после ивента и понимаю, что у меня реально кривые руки. Я серьезно не понимаю, как такое могло произойти, но на протяжении всего ролика у вас будет складываться ощущение, что я разговариваю сам с собой. Но на самом деле это не так. Пацаны реально были, я реально разговариваю не сам с собой. Просто у меня звук дискорда почему-то просто не записался. А может, я и реально сам с собой разговариваю, кто его знает. Ну, короче, да, я не знаю, как это произошло, но вот весь видос я разговариваю по факту сам с собой. Пацанов просто с дискорда не было слышно. Я не знаю, как так произошло. Ну, извините, простите, но я не хотел, не специально, бывает иногда, и я надеюсь, не будете ругаться. В любом случае, все остальное было реально крутым. Поэтому усаживайтесь поудобнее, вас ждет что-то нереальное. Все, поехали! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1. А, все. Что-то происходит, не? Что-то случилось, не? О, смотри! Это что такое, пацаны? Разве не она посмеялась, по-моему? Она просто посмеялась. А там уже челики стреляют по ней. О! Так, еще дальше. Чу-ч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 у. Ну нормально, есть спецэффекты нормально такие. Ну, по-моему. Я что-то не вижу, но, по-моему, она молниями реально по кубу бьет. У-у-у, смотри! Она, да, она стала огромной, смотри. Последняя реальность уже здесь. Ему. О! Это что за властелин? О, смотри! Ему там. Вы что гоните? И что нам делать? Смотри, там полетели эти инопрошеленцы. За турель срочно садись, за турель садись! Стреляй, стреляй! Ему, что за война пошла, пацаны! Давай, 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 давай! Стреляй! Ема, пацаны, я не был готов к такой войне, вы чё? Да, 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 урон, урон, урон наносится, урон наносится. Ема, посмотри, чё? О, портал расширяется. Это чё такое, пацаны? Это безумие какое-то. Да мы же, нас очень мало, вы чё гоните? Кораблей намного больше. Мы не спасем этот мир. О! Это что такое? Нет, 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 нет! Ну все, ГГ, пацаны. Ай! Ай, по мне пробили, слышишь, двушечку! Я тоже. Вы че? Мы. Да мы не продержимся, пацаны, вы че? Где? О, реально, смотри! Ага. Дети мои, уничтожьте их! Не надо никого уничтожать! Не надо никого не уничтожать, вы здесь. Где? В смысле, кто? Где? Снизу? О, реально, смотри, это кто такие? Это что за сиреноголовые эти? Ты чё, погоди? Это что такое? Пацаны, у них очень много хп, судя по всему. Ломай, ломай их полностью. Одного уронили. Одного уронили, стрелять, 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 стрелять. Да их дофига, вы чё гоните? Давай, 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 давай. Парни, держимся, держимся. Все, все, еще одного повалили, еще одного повалили. О! Это... Не, 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 не. Оружие! Оружие забрали! Беги! А может быть, куб, спаси нас! Куб! А как?
Офигеть, вот она, это все, нам тоже ГГ, все, это ГГ, понимать, ни ресурсов, ни оружия, вообще ничего. О, что происходит? Что случилось? Да, судя по всему, да. А чё, нас всех засосало, да, в эту тари... Е-мое, это что такое? Нет! Судя по всему! Это куда? Персоналу ордена петли покинуть базу. Да-да-да-да-да! Разбудить его! Слон чисто зашел. Ты хотел побыть героем, Джонс. А знаешь, что ждет героев? Они живут долго и счастливо. Не в этот раз. Давай. Нет, не давай, не давай. Ничего личного, Джонс. Впрочем, мне будет приятно. Да проверьте, наконец, что это. Кто это? О, подожди, это же тот чел! Наш герой-спаситель! Ты ведь умер. Не может быть! Что? Что? Ты пришел за мной? Ты должен мне Гена. Чего? Да ну нафиг! Ладно, да ну нафиг! Вот, будешь прикрывать меня. А что ты делаешь-то? Мы идем на ту сторону. Стоп, что? Просто вообще, это такой непредсказуемый поворот событий был, прям вообще. Размечтался. Слушай, нам бы побыстрее. Тогда помогай мне. А я, по-твоему, что делаю? Блин, парни, я как будто в кинотеатре сижу, фильм смотрю. Отключай. Понял? Как это сделать? Сам разберись. Да. Понял. Готово. Приступаем ко второй фазе. О, смотри! Петельщики найдены. Вход обнаружен. Это дети Дуэйн Джонсона. О, наконец-то! Здесь чисто. Наконец-то мы узнаем, что находится внутри этого бункера. О! Все за мной, идем к мостику, там безопасно. Погнали, это чисто мы бежим вчетвером. Ебо. Это, смотри, все это время было в бункере, офигеть просто. Беги. Позвольте мне открыть. Давай. У него голос на Джарвиса похож. Где? Все, пора идти. Ой, что это за лаборатория? Какой-то маска какая-то, оружие. Ой! Быстрее на автобус, пацаны! Расслабьтесь, я сам могу подвинуть этот автобус. А, понятно, ну все, да, вопросов нет. Сейчас поднимемся, строим пере... Реально. Осторожно! А что осторожно-то? Ну и денек сегодня, да? А, по-моему, 15-й. Или больше, я уже не помню. Или больше, по-моему. Осторожно, края. Да. Нормально. Ух, нормально. Ох, пацаны, держимся. Слушай, а я прям, кстати, очень... А мы драться можем, не? Как-то помочь вообще, или мы вообще чисто юзовут? Этот последний. Все. Где мое оружие? Ладно, я мог его обронить в эпицентре. Зачем она требует, чтобы я защищал вас? Справились, класс.
и петельщиков. Да мы-то ничего не делали. Что происходит? По-твоему, тут безопасно? Выдержит. Рассчитано на давление в 1000 раз больше. О, нифига, смотри! Сваливаем! Готовьтесь к заплыву! Какого заплыва? Смотрите, какой заплыв! Вы чего? А куда вообще? Что происходит? Я вообще не лавливаю ничего, я не понимаю, я запутался уже. И где мы втуем? О! У вас тоже свой персонаж, да, показывается? Да ну нафиг, что? Что? Не, это не, стой, погоди, не. Новая карта, походу, будет с другой стороны, перевернутая. Или мы по таким углом будем играть теперь? Сейчас волной накроет как нас. Ема! А вот сейчас мы это, скорее всего, и узнаем. Реально, смотри, на пустыню... Первый? Не, погоди. Не, парни, если это первая карта, то все, Fortnite реально самая лучшая игра во всем мире, просто все, отвечаю. Ема. О, сейчас нас таким цунами накроют, пацаны. Ема! Уйди, обезьянка! И сейчас все, да, сейчас все вырубается. Блин, прикиньте, если в новом сезоне, точнее в новой главе будет просто реально первая карта, самая первая карта. Ну что ж, друзья, вот такое вот завершение второй главы и начало третьей. Это было что-то нереальное. И одновременно и смешно, и весело, и просто что-то невероятное произошло на наших глазах. Эта карта перевернулась, и это просто жесть. Безумно интересно посмотреть, что нас ждет в третьей главе, но это мы узнаем лишь только тогда, когда, конечно же, все откроется. Так что, друзья, чтобы не пропустить третью главу, обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, и, конечно же, как только она появится, мы сразу же на нее залетим и посмотрим, что же нас там будет ждать. Ну а на этом сегодня все. С вами сегодня был, как всегда, Олег Кофе. Не забывай подписываться и ставить лайк. Огромное спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи и всем пока-пока.